Сдаешь одежду, делаешь вклад в развитие идеи раздельного сбора мусора. Связь между этими двумя действиями трудно просматривается только на первый взгляд. На самом деле она есть, и оценить такой подход вскоре смогут иркутяне. Средство на проведение экологических акций поможет собрать творческий благотворительный магазин. Он должен появиться в областном центре до конца текущего года. Грант на его создание выиграла одна из иркутских экоорганизаций. Сейчас подыскивается помещение и человек, который сможет помогать горожанам безболезненно избавляться от ненужных, но добротных вещей. Им в магазине смогут дать вторую жизнь, новые и привлекательные будут продавать по приемлемым ценам. А деньги направлять, например, на проекты по раздельному сбору мусора или сбору отработанных батареек и лампочек. При этом главная идея проекта, он называется «Вторник», в том, чтобы каждое изделие смогло отдать весь свой ресурс, а не очутиться на свалке раньше срока. Я считаю, что у нас очень творческий проект, потому что мы будем проводить много разных акций и мероприятий, как по сбору одежды, так у нас будут и мастерские по переделке вещей. Мы будем проводить много разных мастер-классов, приглашать художников, приглашать стилистов, дизайнеров, приглашать прикладников, людей, которые могут делать что-то руками, и показывать, что можно сделать вообще из старых вещей.